Марина, ты станешь взрослой. Почти приехали. Активнее, гребен, активнее. Марина, не зевай, захлебаешься. Не бойся, я поддерживаю. Ой. Ох, красота-то какая, а! Да далеко еще? Да вот, практически пришли. Ой! Ну, потолкни. Ага. Далеко еще? Да не, близехонько, бурундук доплюнет. Вот же подъемник. Подъемник для слабаков. Красота какая. Природа девственная. Как говорила моя бабка, росой. Можно щи разбавлять, вы уже говорили. Точно. Тюк. Итак, одели. Прямо вот на этом месте. Нет, вот на этом. Прямо вот на этом месте. Мне пришла в голову идея открыть русский Лас-Вегас. Вот там, в Красной Поляне. Ну, откуда мы пришли? Ты готов снимать, а? Ну, что ты стоишь, качаешься? Добрый день. Вот там внизу мы видим казино. Напротив казино отель. Вот этот отель я думаю купить. А если жабы не задушить, еще отель. Еще отель, еще разные, голубые, красные. И открыть здесь не курорт. Курортище! 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 Но нет. Не просто курорт. Курортище! Да что ж такое-то? Ну, про курортище я понял. А что с бабами? Ты жениться не надумал? Не надумал. Как говорила моя бабуля, если вдруг повело... Лучше сразу отстриги себе. А вот Элеонора Галанова, вы же вроде женаты были. Вы еще вместе? Ту-ту-ту. Господь отнес. Вариант так себе был. Свинья. Ну, у вас же был совместный бизнес. Она сейчас кто? Да никто. Для меня никто. Я последний раз ее видел, когда у нее отель горел. Сейчас что случилось, дорогая? Магор, да такой острос. Да он мне жизнь сломал. Значит, мой отель сжег, а сам курортище строишь. Котик, а ты в Сочи когда-нибудь бывал? Коза сеньора? Господи, какое уродство. Никогда не думал, что ты у меня такой разносторонний человек. Каждую неделю новое хобби. Ищу себя. Надо же все попробовать, испытать. Ну, то есть с чеканкой ты завязал? Ну что ты, чеканка – это святое. Просто сейчас голова пройдет, продолжу. Вот интересно, пенсия, казалось бы, а не минуты свободного времени. То чеканка, то в новом. Как же я счастлива, что ты остепенился. Я тоже, Лен. Счастлив. Ну что, кунсткамера, с
все собрались? Старый хрыч? Это кто сказал? Вот, видишь? Никакой не старый. Кто пенсионер? Диплодок! Кто болеет за Зенита? Эй, что ты дрожишь? Не дрожи, а то не попаду. Да что ж такое? Погоди. Да. Ну, предположим, я Баринов. Ну, хорошо, одна минута есть. Если вы будете предлагать мне какой-то дурацкий кредит, я вас найду, раскрашу кисточкой и пристрелю. Это какая академия? Меня зовут Саша. Мне 23 года, и я уже готов завоевать этот мир. Начну, пожалуй, с отеля, где я обычный портье, но благодаря обаянию, напору и здоровому цинизму очень скоро стану тут главным. Возможно, это произойдет сегодня. Может быть и нет, но я чувствую, что сегодня точно что-то произойдет. Куда едем? Мне на Красную Поляну. Только сразу говорю, я за 4000 не поеду. Я не поеду. Как насчет бесплатно? Что? Ну, мне все равно по пути. А тебе куда конкретно? Мне в казино. Поехали. Только одна маленькая просьба. Угу. Мы можем быстренько заехать на Лынскую заводь? Это ж по пути. Вот если ты была толстым 40-летним мужиком, я бы сказал, что вообще не по пути, а так... Ну вот она. По легенде, если искупаться здесь голым, то сбудется самая главная мечта. Я знаю, отвернись. Ты что, серьезно купаться собралась? Здесь же холодно. Я кому сказала, отвернись? Нехило ты так готовишься-то. Основательно. Я прям волнуюсь за казино. Слушай, вообще-то легенда врет. Я искупался, а мечта не исполнилась. Не мог же я мечтать о бронхите. Еще на полградуса голову повернешь, увидишь летящий булыжник. Ну что, куда дальше? Есть дольмены с духами, есть заброшенный храм сатанистов. Аквапарк. Мне в казино. Только ты не гони, а тут и машина капец. Витя! Да, Леночка. Возьми, пожалуйста, бутерброды с собой. Вот. И волокордин. Ну зачем волокордин? Рыбалка сама по себе лекарство. Витя. Хорошо, давай. Че, у тебя удочка-то без лески? А, действительно, без лески. Боже, где же мой волокордин? Ай, Лен, ну я ж по дороге. Заеду и куплю леску. Ленинградский проспект, 52. Маршрут построен. Витя, и держи ноги в тепле. Слушай, вообще это невежливо. Человек тебя бесплатно подвозит, у него магнитола не работает, а ты его не развлекаешь. М? Ну, может, о себе расскажешь? Я Варя, я приехала из Кемерово. А, это все. Слушай, ну что ж, спасибо. Было очень интересно. Просто удивительнейшая история. Ты мне прямо Ганса Христиана Андерсена заменил в этой поездке. Да мы это... Стоп, стоп, остановись. Больше не жги. Мне нужно переварить такой гигантский пласт информации. Так, я больше не могу это слушать. Что? Тебя свистит. Что у меня свистит? Ремень генератора свистит. Останови машину. А что, это опасно? Я в технике не очень, я типа этот, гуманитарий. Садисты, а не гуманитарий. Ничего в себе гуманного нет. Так к машине относиться, это же зверство. А это что? О. Ты будешь гореть в аду. Можно, конечно, заменить на время ремень генератора. Здесь колготки? Откуда у мужика колготки? Ну, ей-богу. Какой ты мужик? Так к машине относиться. Магнитола сломана, генератор дохлый, подвеска никакая. Я себе всю задницу отбила, пока мы ехали. Лучше уж пешком ходить, чем в таком корыте часов. Да. Офигеть. Слушай, да ты прям пассажир года. Знаешь что? Тут по трассе ездит специальный белый лимузин. И он бесплатно развозит опорсевших кемеровских принцесс. Так вот ты его подожди, а нам с корытом. Пора. Да ладно, что ты начинаешь-то? Правда, просто машину жалко.
Как говорила моя бабушка, когда дед ей нос сломал, слава богу, срослось. Еще красивее. Давай-ка, мартышка, дуй, за шампанским отмечать буду. Парни, долго мы к этому шли. Вот, покупаем отель. Расскажи ему, чтобы не ковырял толстыми пальцами в сейфе. Заблокируют, фиг откроешь. Виталик, съешь что-нибудь. Отвлеки организм. Давайте, парни, дуйте Захар Вениаминовичу. Скажите, все, отель практически у нас в кармане. Все у нас получилось. Все, зай. Сейф заблокировал. Реально заблокировался. Лысый не наврал. Ну что, не хочется прощаться. Уходите, да? Запомни, купил отель, вернулся в Москву, снимаешься в кино. Не купил. Алло, Латиф, не отвлекаю. Может, ты спину бреешь? Да шучу я, шучу. Как там мой отель? Надраен? Лампочки не выкрутил? Из зависти. Что значит продал? Извини, друг, ты слишком долго тянул. Мы с тобой только в четверг же разговаривали. А сейчас уже суббота. И эти твои подколки все время российские. У меня вообще на спине волос нет. Неприятный ты человек, друг. Отеля продал приятному человеку. А кому? Так. Александр, я не знаю, по каким квотам набирался персонал у предыдущего владельца. Может быть, его основным условием было наличие одного идиота. Но... если ты хочешь работать у меня, тебе придется стремительно поумнеть. Я постараюсь, но ничего обещать не могу. Есть ощущение, что я на пике. Александр, а тебе не кажется, что эту дорожку нужно дотянуть прямо до ресепшн? Не надо, не отвечай. Просто возьми эту дорожку и дотяни. Там проводку чинит. Я думаю, лучше попозже. Тебе не надо думать. Тебе надо делать то, что говорят. Я больше суток не спала, с трудом соображаю и не в настроении спорить. Поэтому мой тебе совет. Сейчас возьми дорожку и тяни ее, потому что я могу тебя уволить. А как скажете. Не думай так, не думайте. Ты что творишь? Ну я же говорил, там проводку чинит. А вы сказали тяни, не думай. Можно я иногда буду думать? Если ты такой умный, сделай трафарет на дверь, чтобы гости лбы не расшибли. И убери эту идиотскую дорожку. Кто мыл дверь? Молодец. Вы же понимаете, что это будет самая престижная, самая крутая кулинарная академия в мире. Ну, это нормально. Мы очень серьезно относимся к вопросу выбора ректора Академии. Угу. Поэтому мы побеседовали со всеми вашими коллегами, которые с вами когда-либо работали. И что? И они дали вам самые лестные характеристики. Очень доходчиво объясняет, запоминаешь все с первого раза. Каждый день совместной работы стал для меня хорошим уроком. Ну да, да. Так все и было. Мы в вас очень заинтересованы. Осознаем уровень ваших амбиций. Поэтому как вы посмотрите вот на это? Мы хотим назвать Академию вашим именем. Вы согласны? Да, да. Вы подготовили документы? Да. К завтрашнему дню наши юристы подготовят контракт. Угу. Привыкайте. Да.
такое от Леночки уже не спрячешь. Я извиняюсь, тут вас девушка спрашивает. Что хочет? Тело моего, Рьянова. Говорит ваша дочь. Здрасте. Не похоже. Так я это, больше на маму похожа. Вы же помните, у нее светлые волосы, голубые глаза, а это доминантные гены. Вот нос точно ваш. Я на себя в зеркало смотрел. Посмотри на мой нос. Не античный. А у тебя пятачок. Деревенский пятачок. Откуда ты пятачок? Я из Кемерово. Вы там были в 98-м году с гастролями. Правда, мне мама только сейчас рассказала. Обманула тебя, мать, девочка. Чё ты хочешь? Деньжат на билет для Кемера? Я ещё недобрый, тебе повезло. Нет, я не за деньгами приехала. Я просто хотела, чтобы вы знали, что у вас такая вот дочь нет, есть дочь. В паре. Ты мне. Знаешь, сколько ко мне таких дочек за год приезжает? Кто-то хочет в институт театральный, кто-то хочет в КВН выиграть. Так что ты давай. Возьми билетик, езжай. Откуда ты там? Из Кемерово. Вот и чеши в Кемерово. Я не могу, я с мамой поругалась. Она не хотела, чтобы я к вам ехала. Видишь, какая мудрая женщина. Вырастила прохиндея. Шучу. Не обижайся. Обратись к этому, как его, маленький, деревянка. Он более доверчивый. Пока. А что, если я докажу, что я ваша дочь? Тебя. Очень, Маш. Маш, ну я просила тебя не брать мою косметику. Ой! Денис! Денис! Неужели так трудно посмотреть за ребенком, раз уж пол пропылесосить не судьба? С утра прошу. Ну, прости. Ах, когда бы назвал я своей хоть тень твою. Задолбал. Тебе же нравилась эта песня. Первый раз 50, она мне нравилась. А сейчас она меня бесит. А знаешь, что еще меня бесит? Что? Все! Когда мы в последний раз куда-то выбирались, я молчу про обещанные Маврикии мне 3 года назад. Замкат, когда мы в последний раз выбирались? Да вот вчера. Вчера мы были в Химках. Забирали машину со штрафстоянки. Потому что она стояла там 2 месяца. Потому что она все равно нам не нужна. Потому что мы все равно никуда не ездим. Потому что я работаю. Приношу деньги в семью. Каждый день. Который час? Блин, я опаздываю. Надеюсь, ты не в 5 часов утра придешь. Ты помнишь, какой сегодня день? Да. Вторник. А, и это наша годовщина. 5 лет. Видишь, я помню. Ладно, я постараюсь быть пораньше, обещаю. Пока, пап. Пока. Как улов? О, хороший рыбак без улова не возвращается. Ого, ну ты не просто хороший, ты гениальный рыбак. Почему? Столько рыбы поймать. На удочку без лески. Витя, где ты был? Лен, ну я не хотел тебя расстраивать раньше времени. Ты что, нашла мои секретные инструменты? Конечно, нашла. Думаешь, я могла поверить, что у тебя от работы молотком настроение поднимается?
Витя, скажи мне, пожалуйста, зачем тебе это нужно? Ну что тебе не хватает? Ну ты живешь практически в раю. Чеканка, гномы, коньяк, на работу ходить не нужно. Что еще, Витя? Ну ты-то работаешь, а я сижу на твоей шее вместе с гномами. Какому мужчине это будет приятно? Я работаю, потому что у меня контракт. Да, и у меня нервы крепкие, и сердце здоровое. А тебя твоя академия угробит. Лен, ты не понимаешь. Это ведь не просто академия, а академия Баринова. А какая академия Баринова без Баринова? Лен, я уже не молодой человек. Я хочу оставить след. В истории человечества след. В центре Москвы, вот такенными буквами. Академия Баринова. Знаешь что, если ты из-за вот такенных букв решил себя угробить, я в этом участвовать не буду. Ты надорвешься. Ну, если надо выбирать между надорвешься и тобой... Я выбираю тебя, Лена. Элеонора Андреевна, голубушка, подгадить мне решились. Ну а чё ж не подгадить хорошему человеку? Особенно, если он мне жизнь сломал. Я так понимаю, что теперь отель у него станет чуточку дороже. Совсем чуточку. Маленько. Сколько? Еще 3 таких же чемодана. Всего 4. 4. 1, 1, 1, 1. 4. Не может такая хибара стоить 4 чемодана. Ну, вчера была хибара, а сегодня это бутик-отель. Это хостел. Максимум 1,5 звезды. И то, если ты лифты починишь. Красная цена — 0,5 чемодана. Я тебе целый день. Ну, дорогая, вот ныряй в эти бабки, наслаждайся. Не знаю, не знаю. Приличный отель. Казино прям напротив. Ой. Нет. 4 чемодана. И не чемоданом меньше. Окей. Через месяц приползешь ко мне на пузе, а я тебе комбинацию из 3 пальцев покажу. 4. Куром нас 4. А что там через месяц? Через неделю будешь в ногах ползать. Как тебе не стыдно? Ты же мать. Бам-бум, 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 бира-бам-бум.